третьем месте единогласного решения судей спортсменка под номером 29. Она представляла город Челябинск, Анастасия Фоминых. А вот за первое и второе место разгорелась нешуточная борьба, и получилось так, что одна спортсменка выиграла раунд тела, другая спортсменка выиграла раунд программы, и в результате по сумме серебряным призером сегодня становится спортсменка из Красноярска Валентина Максумова, номер 28. Она выиграла раунд тела, но немножко уступила в раунде произвольных программ, который тоже очень высоко ценится в категории фитнес. А победительницей открытого турнира по культуризму «Казань 2013» в категории женский фитнес становится София Кадеева. Номер 21 «Казань».